Пожар на автовокзале. Сегодня утром здесь загорелось мини-кафе. На место происшествия были стянуты пожарные расчеты, аварийная газовая служба, спасатели и сотрудники правоохранительных органов. Из-за угрозы взрыва газовых баллонов на некоторое время приостановилась посадка на рейсовые автобусы. Пожар был ликвидирован. Газовые баллоны изъяты из помещения, сообщает пресс-служба пожаротушения Карагандинской области. В 10:37 поступило сообщение о горении кафе «Смак», расположенное на автовокзале города Караганды. Помещение кафе пристроено к кассам автовокзала. По прибытии на место пожарные обнаружили горение на площади 70 квадратных метров. Горели сгораемые части облицовки потолка, мебель, оконные и дверные блоки. По предварительной версии, пожар произошел из-за нарушения правил пожарной безопасности при эксплуатации газовых баллонов.